Мы танкисты армии Российской Федерации. Находимся в зоне боевых действий и специальной военной операции. Мы записываем это обращение в поддержку жителей подмосковных Химок, которые оказывают активную волонтерскую помощь нам и поддержку всему фронту. Почти три года жители Химок борются против незаконной застройки территории гимназии номер 16 города Химки. В этой школе учатся более 900 детей, в том числе дети бойцов СВО. Пока отцы отдают жизни, защищая интересы Родины, химкинские чиновники, пользуясь должностными положениями в собственных интересах, связанных с точечной застройкой, пытаются отнять у детей не только школьную территорию, но и футбольное поле, хоккейную коробку, площадки для занятий физкультуры. Мы призываем всех должностных лиц, которые могут повлиять на ситуацию в Химках, в то время как мы исполняем воинский долг. Вы исполните долг гражданский, защитите конституционные права наших детей, остановите незаконную застройку территории гимназии номер 16 муниципального образовательного комплекса «Перспектива».